Ну ладно, по-быстрому сейчас ее закину и поиграем Constructed. Окей. Есть тройка. Нет, я не буду. Можно было бы 2-1 достать, но не. По-моему, это не очень. Все же, опять же, здесь нету вообще никакого добора. Если я не ошибаюсь. От культмастера я отказался. Поэтому... Так, ну я что-нибудь выложу через монетку. А что я хочу выложить через монетку? Да, наверное, Скарлет. Я не против, если он будет стрелять. Я еще достану Скарлет. Окей. За орден! Гни к нам! Или умри! Взять живым или мертвым. Тут хорошая карта. Прям вот, я бы даже сказал, очень-очень хорошая. 3 плюс ты. Наверное, я даже тебя лучше достану. А ну, в очередь! Иди сюда и сражайся, трус! Давай. Примкни к нам, примкни к нам. Меня не сильно беспокоит мой контрол-тайк. Хочу побольше существ. И этот парень. Ну, я еще долго не планирую свою прожимать способность. Окей. Просто пятерка. К сожалению, не очень агрессивная колода. Потому что, ну, всего два оружия и чарджей-то нету. Есть кракен на 4, но это 9-й ход, это слишком. Фаербол, да, наверное. Паника за? Я могу это зачистить. Не, давай зачистим. Хочешь поиграть с огнем? Ну, если хорошо. Такая бесполезная шляпа, конечно. Привет, Ахас. Ну нет бы какой-то директ дэмэдж там пришел. Не, хрен там. Исключительнейшая шляпа. Окей. Парь вураксы. 2-1 топлю. Получи по наковальне! Ну, если вы настаиваете. У тебя неприятности! Окей. Пять плюс три. Заморозка 5 плюс... Не знаю, что. Ну,
Наверное, мне нужно дальше сидеть играть. Контроль стола. Я могу ему ударить на 6. Может так. У него останется... Нет. Угу. Не, давай, мы играем дальше контроль стола. Предъявите билет. Надо что-то делать. Значит. Нет, так я летал ему. Могу организовать на следующий ход. Я достану его. А если мне убьет овцу? Флейм страйк плохо, а так. У меня самые выгодные цены. Серьезно, портал? Ну тебе нужен эссенс какой-нибудь? Угу. Это тоже не работает. Хорошо. Кракен. Ладно, давай Кракена. Предъявите билет. Что же делать? У меня сердце. Окей. Какой-нибудь Blizzard. Только это спасет. Ну, либо Таунт и не знаю что. Аргус с чем-нибудь, да тоже ерунда. Интересно. Заморозку Думсэйр. Окончается время. Мои глаза. Это не очень страшно. Я щит Аргуса. Да, это неплохо. Неплохо. Значит, что мы можем сделать? Стрелять зомблером? Давай. А что я буду доставать? Три-три? Наверное. Положи это яблоко себе на... Ну, мне нужно вот сюда попасть, либо сюда. Если я выйду... Ну, подожди, раз. Ну ладно, я согласен. Вот у Швейцы сделал летал, это... В принципе... Я прям хотел его исключительно убить тигром. Мог бы меня наказать за пропущенный летал, кстати. Противник. Вот это нормально. Блин, я могу еще всю руку оставить, да? Я оставлю всю руку. У меня есть ход 2, у меня есть ход 3, у меня есть ход 4 и 5.
Все как надо. Ну, к сожалению, конечно, Берсерк будет не очень хороший на третий ход. Если противник достанет какого-нибудь Йети, будет печально. Ну ладно. Интересно. Плохо. Плохо. Ну ладно, это, кстати, неплохо против вместо Берсерка использовать. То есть в любом случае Фарри Варакс на второй ход. Я думаю, что кого-нибудь убью. Нет, не убью. Ну, может быть, я действительно лучше достану сейчас ее через монетку. Потому что Фарри Варакс слишком плохо, а она хороша против корешочков. Давай. Если он мне позволит размениваться, будет очень нехорошо. У нас будет большой Амани. Амани. Разъяренный, вернее. А он чьего племени будет? Видимо, ничего. Ордынский воскретитель. Ну, можно Фарри Вараксом достать. Ну да. Да, наверное, мне нужен Фарри Варакс. Давай. И на следующий ход вот этих двух могу достать. Тоже сойдет. Ну тут должна быть победа, у меня все так хорошо. Да, особенно если я смогу разыграть вот эту вот комбинацию на следующий ход. Очень. Ну, не знаю, что мне нужно? Какой-нибудь Йети. Может быть, даже существо с 6 хп. Чтоб прям все идеально было. Это получилось. Ну да. Ну давай. Существо с 6 хп. 2-6 там. Все дела. Ну, просто укусить не очень будет. Интересно. Не. Ну, ладно, он получит баф от... того, что она урон получит. Бомбер. Мой клинок жаждет крови. Да будет тьма. Не буду его доставить, потому что большая вероятность того, что... свайп полетит. Что же мне делать? Бомбер сейчас, конечно, не очень к месту. И другая бы двоечка была бы. Была бы вероятность, то, что разыграл бы их и плюс армарап. Тут вроде нужно пятерку делать. Ну, посмотрим. Интересно. Может, он сейчас пятерку с 5 хп достанет. Че красота. Самое идеальное. Потому что очень сильно Берсерк разбафается. У меня еще 5-6 выйдет. Может быть 4-4 плюс 2-2. Для вариантов. Окей. Окей. И, по сути, он сам сделал все.
Угу. Да, друг мой. Получи по наковальне. Больше вариантов? Да, давай. Я готов, сэр. Свайп только теперь исключительно с топ-дека. Если вы Тогр, отдам ли я ему Берсека? Не. Наверное, проще вот этих ребят отдать. Интересно. Ты хочешь прозвать обилку свою? Печальные у тебя времена. А если Огр, я вообще заморожу? Эх. Ну и ладно. У тебя неприятности! Ой. Если вы настаиваете... Ну, какой-нибудь 5-10 будет. Плохо. Хотя я и его могу убрать. Довольно просто. Просто он сильно меня замедлит по темпу. Сейчас-то я прям уж мега-мега выигрываю. Что же мне делать? Чего таращишься? Это я заморожу. Правильно? Да вообще можно и вот так кинуть, плюс обидеть сержанта и его забрать. Ну, мне кажется, лучше заморозить. Чё, я тебя не убиваю? Все, наверное, убиваем. Почти. 5-5, да, как раз и так. Иди сюда и сражайся! Я дерусь, я справил! Получи по наковальне! И удар. Я буду сражаться с честью. Вот это неплохо. Может быть, даже тебя ставлю. Ну, можно, кстати, всех оставить, да, на там второй ход ее достать. Давай. Давай. Ну, это не колода играет. Это противники очень плохо играют. На третий ход, когда... Или, вернее, на четвертый ход, когда он ставит тройку 1-4 и лицом бьется при берсеке, который стоит на столе. Это же печально. Она всего одна в колоде. Она не такая большая вероятность, что она выйдет. Окей. Окей. Зомби. Ну, все можно... Нет. Никто урон не получает, поэтому доставать его без толку было. Он не забафался бы. Окей. Тут немного печально все стало. Я могу сильно заспамить. Но мне не нравится. Да, давай я лучше, наверное, тебя достану. И пофигу. Смотри. Ну, хотя лучше тебя. Ну, он достанет четверку, я все равно ее разменяю. Да, придется умереть. Печально. В любом случае будет три атаки. Что он меня убьет вот так вот сейчас ее. Или прогном, это не страшно. Мы должны очистить солнечный колодец. Это я убью. Окей.
Нет, слабо слишком. Тут там и консекрейшн может быть. 4 плюс тебя. Да, наверное. Мой клинок жаждет крови. Тебе нужно благословение. Не убьет вот так вот. Пускай убивает вепоном, я не против. Ладно. Немного печально, вообще-то. Жду приказаний. Я проиграл. Жду приказаний. Мне нужен очень хороший топ-дек для того, чтобы выиграть. Ну, это неплохой топ-дек, да. Я умею держать. Ну как, нет, просто как шестерка, это, конечно, слабо 5-5. Ну, вроде бы просто именно шестерка. По максимуму ману. У нее должны очень слабые карты выходить для того, что я, для того, чтобы я победил. Вот это да, это слабый ход, это мне нравится. У меня тоже рабасик. Сразу в бой идет. Какую-нибудь пятерку на следующий ход. Это плохо. Бомбер. Давай бомберы запустим. Хорошо, бомбер попал. Плох консекрейшн, ну а что делать? Танк в растерянности. Кого же убить? Это не консекрейшн. Что приказание? Это не консекрейшн, и у меня вроде бы все очень неплохо тогда получается. Да, раз, два, три. За ордер! Нет, трудно назвать, что у меня все неплохо, потому что одна нормальная карта с его стороны, и у меня все плохо. Но вроде бы и что-то. Вот консекрейшн. Бах. У меня уже не очень хорошо все. Мне придется. Ну ладно, здесь я разменяю, это я в лицо ударю. Примкни к нам или умри. Сохранил жизнь для 5-1. Мне нужен какой-нибудь вепон. Тогда за пару ходов я его убью. Я так не знаю, чем меня может спасти. У меня единственный шанс быстро его убить. Что приказание? Давай мне Фаерворакс. Фаерворакс? А, ну это тоже, в принципе, неплохо. Да, тут тогда я и Эвелию могу поиграть.
тебя неприятности! Окей, окей. Хочешь поиграть с огнем? Я дерусь без правил. Я могу... Да, ну это ерунда. Ну, у него две карты получат. Ты чё? Лицо в лицо. Давай в лицо в лицо. Я дерусь без... Это единственный мой шанс. У меня придет опять же вепон. И я что-нибудь как-нибудь. Это не очень страшно. Мне нужен вепон. Что приказание? Вепон. Мне пофига. Моя самоводка взрывается очень редко. Окей. Чего старащишься? Жду приказаний. Пари Уракс, шансы есть. Блин, ну, ну такая грязь. Ну почему ты-то? Ну ладно, у меня 2 из 12. Да, тут хрен что я сделал. Давай, Арканет Рипер. Арканет Рипер. Так, значит, 18, 28, 30. Ясно, понятно. Ну, прикольненько. Забавно осознавать то, что если бы он не выиграл Джастиса, то ему бы не хватало налетал. Неплохо. Чем я вообще его могу убить? Только на Арканет Рипера он мог бы убить. Ладно, Кракеном еще. Кракен и Арканет Рипер. Вот все, что. Что-то могло. Есть двойка, тройка, но мне кажется... Нет, ладно, да, я оставлю. Хрен с ними. Окей. О, вот это красота. Меня.
я буду сражаться. Голову. Захватили мне рыбки. Мне бы хоть раз такой пришел. А, так, здесь такой... Значит, я могу достать его, но лучше, мне кажется, его достать, ее достать. Эй, лови! Да, давай. Я не привыкла так вставать. Я буду сражаться. Ну, давай понадеемся. 150 на 50, второй он попадет. Прошу. Фу ты. Гадство. Ну ладно. Окей. Здесь мне сойдет вот этого парня достать. Да будет тьма. Может, не будет грозы у шамана. Я сейчас неплохо стол занял. Дали просто какого-нибудь толстого получить. Типа вот этого. Все и... Блин, и... Фу ты. Вообще никакой этой удачи. Ну ладно, я с тобой. Девочку. Ну, я могу одним варгеном убить, но мне же не хочется варгеном убивать. Я лучше, наверное, тебя достану. Я в любом случае не могу две трешки достать. Либо другой вариант, я тебя могу достать. Но нет, мне кажется, наверное, лучше больше существ. Какая встреча. Жду приказаний. На следующий ход две тройки. Окей. Окей. А ну, очередь! Мой клинок жаждет крови! Очисти здесь! Эти две карты, конечно, вместе не работают, но я планирую на следующий ход семерку достать. Даже если достанет Fire Lemma, я нанесу ему 10, даже больше, 11. 11 заявка на победу. Хекс. Это печально. Манипулятор. Манипулятор не очень печально. Рокбайтер убит тебя. Окей. Фарри Вракс. Сколько я тебе наношу? 11. Угу. 11 плюс 6. То есть два раза Фарри Враксом я ударю, я его убью. Выбор. Не, я, наверное, убью его сейчас. Ну, просто шаман же. Да, пофигу. Давай. Предъявите билет. Получи по наковальне. Ну, конечно, не ошибся, надо было сначала бить лицом, но пофигу. Лишние два урона получил.
Это вообще не имеет никакого значения, потому что... Если он сможет зачистить стол, он, скорее всего, победит. Победа за тобой. Один-два есть. Хотя и такие себе, конечно. Ну давай, 1-2-3. Черт с тобой, оставим. Хотя все карты... Ну давай. Монетка, парень. Нет. Есть единица. Орган, окей. Крови. Я чувствую вкус маны. Приказание. Диванчел? Я не против. А, били. Вот это я против. Я не знаю, что делать. Варген доставать. Теперь знаю. Привет, сестра. Ну ладно, бомбер. Если не попадет фаривракс. Грязь, грязь, грязь. Эй, детки! Я уже здесь. Ну, конечно. Ну, давай второго. Второй же попадет хоть? Ладно. Такая грязь. Ну, серьезно. Просто пипец. Ну и хрен с тобой. Да. 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 Что приказание? Стратхольм будет очищен. Ну окей. Это, в принципе, тоже неплохо. Позволь мне побороться с Пладином.
Ну, если какой-нибудь следует правилам... Ну, следует правилам, да ладно, это нормально. Заморозка — это плохо. Хреново заморозка. Ну да, что мне теперь... Мне нужен Арканет Риппер. Бля, ну сейчас в 1-1 попадет. Ну, как по-другому. Никуда же не... в другой не попадет. Включите на 1-1. Ну ладно, давай постараемся сюда. Ладно. Окей. Ну, можно тебя достать. Но нет, не буду. Да, заморозка была очень плохая. Даже следует... Секрейшн? Окей. Какая встреча. Тут неплохо все вроде. Окей, давай постреляем. Это яблоко себе на голову. Что приказать? Ну, скорее попадет, правильно? Блин, ну, если он сейчас попадет сюда, то я не знаю. Да нет, я не верю, что он попадет. Вот вообще не верю. Ну и слава богу. Давай. Ну, к сожалению, у меня... Нет, может какой-нибудь там питфайтер прийти. Это мне сильно, в принципе, поможет. Зашибись. Окей. Это ерунда. Я умею держать удар. Ою! Познай мой гнев! Ою! Ну, мы, походу, возвращаемся опять к тому же. Нужен Арканет Риппер, и я ему просто в лицо буду бить. А. Угу. Да. Это забавно. Ну, тут хоть ожидаемо было, в отличие от шамана. Что он сыграет вот примерно вот столько вот, этот воин. Что колода катастрофа. Окей, okay. Этого я оставлю. Нафиг ты мне нужна? Ничего, есть хоть одно заклинание-то, кстати? Значит, по-моему, вообще ни одного заклинания нет в колоде. Вот это заклинание мое единственное. Девочка. Не буду ее доставать. Я хочу бомбер на следующий ход кинуть, поэтому зачем мне она нужна? Так, как-нибудь дыры заткну и ман кривой. Окей. Бомбер вперед, вперед. Зомби. Не, давай бомбера.
Кэт. Что делать? Ну, могу достать девочку, что... Так себе. Ну, можно тебя достать. Да, наверное, давай тебя достану. А ну, в очередь. Не, не работает. Не работает. Через монетку девочку? На следующий ход тройку плюс единицу. Может, зомби? Зомби лучше. Давай зомби. А на, на пятый ход я что буду делать? Давай зомби. Заспамим по максимуму. Еще один секрет, пожалуйста. Ну, тут я уже вообще элементарную девочку отдам. Ну, мне пятый ход нашелся. Нужно благословение? За орден! Предъявите билет! О, бери их сколько хочешь. Можешь миллиард взять. Плевать. Смерть меня не страшит. Лорд. Три, три, два. Ну, придется 3-3-2. 2-2-3. Примкни к нам. Или умри. Ого! То есть я могу его обновить даже. Прикольненько, давай. Поиграем в Элю с магом. Так, я нанесу 5. Ладно, так я нанесу 7. Так я нанесу 2 плюс еще 1, 3. Несравненно, да, несравненно. Ну ладно. Жду приказаний. Нет, с чего? Зачем? Почему? Откуда ты взял дров на 10 кристаллов? Мак? Солидно, солидно взорвал. Я... Ну, не знаю. Ну, давай тебя я выложу. За орден! Нет, не ты, не ты. Очередь! Да будет тьма! Очистились! Да. Нет. Устраивай. Ну ладно. Не, я предпочту все же тебя. Жонглёр я буду доставать тогда, когда он начнет доставать 2-1 девочек. Вот тогда я уже... Вот, окей. Тебе нужно благословение? Тебе нужно благословение? Примкни к нам. Наверное, надо убивать. Идеально сюда. На втором месте сюда.
Это самое бесполезное. Ну, ладно. Cone of Cold? Нет, сегодня фростболт. Второй фростболт кушает червь. Flame Strike. Ну да, тут он ошибся. Сильно ошибся. Окей. Будущее нам готовит. Так, ну я могу... Сегодня секрет вообще, что это такое? Раз, два. Я вижу твою смерть. Я вижу твою смерть. Бой с дубликейтом. Ну да, придется убить его. Я чувствую вкус маны. Блин, нифига он голод набрал. Просто тонна бесполезных карт. Все равно выиграет. Потому что у меня еще более бесполезные карты. Единственное, что я могу зарашить. Это плохо было. Тебе нужно благословение? Это так себе. Тебе нужно благословение? Ну да. Блин, грязь, 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 грязь. Окей. У тебя неприятности. Я не вижу смысла сейчас делать армора. Ну главное, чтобы он еще один флеймстрайк не поднял. Сколько он секретов достал? Окей. Пора пустить кровь. Я дерусь без правил. Ну, главное не флеймстрайк топ-деком. Два уже было, больше не будет. Особая доставка! Я дерусь без правил! Может быть, в лицо? Значит, если я его убиваю так, у меня есть 10. Это летал. Ну, значит, убиваем. Эта партия за тобой. Побили очень странного мага.